Как черта все дело мы будем проходить. И четвертый уровень. На этот раз у меня в порядке все 4 жизни. Я пробую пройти 4-й и 5-й уровень на одной и той же жизни. Поэтому мне здесь нельзя тратиться. Слишком хорошо. Вот у тебя... В отличие от оригинальных баст, у тебя просто могут замобить пулями. Поэтому надо лежать и стрелять. Эрка выпал из чувака. А мне сейчас сохраниться хочется. Опа, стал зеленым, подходим ближе, и меня убили тут же. А что плохо, я тут не вижу невидимых, это самое. А вот эти хрен тоже стреляются. Может, мне не надо все три вызвалить. Это, по-моему, вообще средний не валится. И тут оставили как глюк. Да, ее тут оставили как глюк. И босс. А, басера, басера, басера. Опять он мне идет влево. Так, все, я не могу умирать. И я тут же умер. Я опять умер. Не, с нулем жизни я 5-й уровень не буду тратить, поэтому... Мы начинаем заново. Мне знакомы сейчас все ваши хитрые трюки. Вот единственная проблема с зеленой базой у меня будет, потому что здесь нужно прыгать. И я тут же просрал. И меня сразу убили. Вау! Я прыгнул, меня убили. Ах ты! Как мне это... Как мне этот босс сяру убивает, это просто. Похоже, я всех этих хренов застрелил. Это не значит, что чуваки это самое уйдут. Потому что, конечно же, мы играем по таким принципам. У меня 5-0 жизней. По крайней мере, мы сейчас можем идти в разнос на уровень. Не получилось у меня посередине лечь. И, конечно же, меня на зеленый убили. Это закон джунглей. На зеленый тебя будут убивать. Об гранату. Как идиот. Не получилось у меня в разнос это завалить все дело. И, конечно же, я об эту пушку ударяюсь. Что за хрень?
Не, я так не пойду на босса. Я использую контини, у меня еще есть 3 континиса. Но я хочу их оставить на следующий левел, потому что они будут... Они обещают быть более хардкорными, нежели вот эта база. Это слишком тупая база, чтобы на нее это самое... После нее тратить континю. Спидран, блин. Нет. Меня там просто в углу зажали. Опять. Не дают мне нормально пострелять. Кстати, здесь красные не всегда пушки дают. Сейчас меня убьют. Не дернулся. Что-то я опять не дернулся, спокойно же бы прошел. Да, у этого босса тупо очень много пулек летит на тебя. Особенно если чуваки не уходят. Так бы я по-быстрому вынес эту хрень, и чуваки бы ушли. Иначе мне приходится делать тупняк. Конечно, можно запомнить, в какие моменты можно прыгать, в какие моменты надо не прыгать, потому что они постоянно стреляют в одинаковом. Порядке, но почему-то меня постоянно здесь пульки берут. Может, из-за перспективы я не вижу, когда от них надо уворачиваться. Думаю, что они не достанут, они достают. Блин, попали. Что-то в разнос у меня эту базу не получается завалить. Тупо из-за босса все. Тупо из-за босса здесь все проблемы. Я помню, четвертым босс такой был. Либо ты его выносил, это самое, не тратя ни одной жизни, либо он доставлял кучу проблем. Почему-то мне не получается ее по ней попасть нормально. Может, мне эрки не хватает. Во всяком случае, зеленая всегда будет оставаться. А это, кстати, тоже зеленая. То-то я на ней это самое туплю. Вот как от этих пулек увернуться сейчас? Они бесконечно будут лететь в меня. Кто сказал, что я хочу здесь эмку? Хорошо,
что здесь игра съедает пуля, готов. Давай, вздыхай. Естественно, я его сейчас пройду. Надо было, конечно, с меньшим количеством это самое... убийство проходить этот уровень. Но я не знаю. У меня две жизни, я не получу следующий, потому что я только что получил это сам вторую жизнь. Получится ли у меня пройти пятый уровень с этими двумя жизнями? Придется поэкспериментировать в офлайне. Или мне не надо это делать. По крайней мере... на сегодня мы закончили. Вернее, мы эту часть закончили. Четвертый уровень пройден, слава богу. Хоть он пройден не так хорошо, как я бы хотел пройти. До встречи в следующий раз, что ли?